О, запись пошла. Вот обратите внимание, благодаря человеколюбимому режиму Януковича в Украине снилась вечная весна и даже вечные тропики. И здесь растут подземные ананасы. Вот смотрите, любой украинец может подойти, вырвать из-под земли гигантские ананасы, съесть с салом. А вот обратите внимание, обычный жилой дом. В этом доме живет обычная небольшая украинская семья. Вот. Вот это вот часы, вот чтобы они не могли опоздать на работу. Место работы у них тут рядом. Вот посмотрите, вот. Вот они работают здесь на стройке. Это дом обычных строителей. Вот. А строят они, между прочим, факультет иноземных мов. То есть, если они его не построят, с иноземными мовами будет полная беда. А там можно замаливать грехи, если кто-то упадет со стропил, например. Вот.